Выбрали своего представителя. Досрочные парламентские выборы в Хинчештах выиграл кандидат от партии социалистов Штефан Гацкан. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, за социалиста проголосовали 5539 избирателей. На втором месте кандидат от партии «Действия и солидарности» Олеся Стамати. Ее поддержали 4554 гражданина. Кандидату Демократической партии Иону Мириуци отдали предпочтение 1810 человек, а независимый кандидат Григорий Кобзак набрал 1792 голоса. Меньше всего голосов получил кандидат избирательного блока Униря Дарин Киртуаке, за которого проголосовали 346 избирателей. Явка на досрочных парламентских выборах в Хинчештах составила почти 23%. Представители партии «Действия и солидарности», чей кандидат занял второе место, уточнили на странице ПДС в Фейсбуке, что не будут оспаривать результаты голосования, поскольку страна сейчас проходит через беспрецедентный кризис, и все усилия должны быть направлены на его преодоление.